Ай, восклицательный знак, болит, три восклицательных знака. Хочется сказать, док, я могу ошибаться, но мы заблудились. Подожди чуть-чуть. Я, кажется, слышу чьи-то шаги. Это мартышки. Нет, это зверь побольше. Это слон. А, не жирафы. А, нет. Гиппопотам или... Или... Человек! Бесполезно горько плакать, разводить тут тоску и слякоть, потому что всем известно, самый злобный и бесчестный и бесчувственный дикарь, дикариный государь, это я. Прочь, прочь все ваши слезы. Прочь, прочь. Прочь, прочь все ваши вопли. Сказал дикость. Я сказал, доктор Айболит. Правильно, ведь мы же дикари. Но это неправильно. Кто сказал неправильно? Я сказала, если вы нас сварите, мы не сможем помочь мартышкам. Это ваши проблемы. Ну и как же, сэр, вы будете после этого жить? Это уже мои проблемы. Отпусти нас, живодер, пожалуйста. Кровожадный я и дикий, беспощадный и великий. Бесполезно горько плакать, разводить тут тоску и слякоть. Но кто мне не послушен, будет съеденной на уж. Так случается всегда, кто готовит тут еда. Это я дикий. Да, я великий. Я дикарь, а иначе никак, а иначе вам всем крокодя. Два месяца, ты понимаешь? Два месяца. Мы лучшие охотники. Искали этого дикого, редкостного зверя, тени толкая. Искали везде, в лесах, в горах, в морях. Активнее ищем, что ты встала? Похудели, понимаете? Все похудели на 10 килограмм, не трогай меня! Да жена похудела! И вот! Обнаружили! Обрадовались!
активнее радуемся. Ловушки поставили везде, вообще везде. Мускусная крыса не проскочит. А где у нас мускусная крыса? А, не проскочила, не случилось сегодня у нее. И на тебе, явились медицинские работники. Где у нас медицина? Правильно, вот у нас где медицина. Явились и все испортили. И нет у меня рогов, тени долга. Встали быстро! У Грумбы-Друмбы рога есть, у меня их нет. У Грымцы-Горымцы рога есть, что ты радуешься. У меня их нет, не радуйся. У Грымцы-Горымцы рога есть. Активнее радуйся, Грымца-Горымца. Явились и все испортили. Так неужели вы хотели убить тени долга? Он же последний. Это его проблема. Сварим суп. 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 Сварим, сварим, сварим. Сварим суп. Давай, 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 давай. Сжигай активнее, что ты там сидишь? Папа. А, да. Это кто? А, доча, это чужеземцы. Гости. Да, да, гости. И очень... Вкусные гости, да? Так, ребятки, кидаем наших гостей в котел. Папа. Да. Отпусти их. Кого? Гостей. Никуда не расходимся. Доченька. Ну вот, ты сама посуди. Ну вот, отпущу я их. А что потом будет? Что люди-то скажут вообще? Скажут, ослаб Тумба-Юмба, понимаешь? Скажут, слабый стал и уже духом не тот. Скажут, менять его надо. Бунт учинят, понимаешь? И придется мне это все подавлять не очень хорошими методами. А мне это очень не хочется, и я думаю, вообще никому не хочется, верно? А ты посмотри вообще, как сейчас хорошо. Огонь горит, горит огонь, да, у нас? Вода кипит. А чужеземцы, они такие вкусненькие, ты просто пальчики облизываешь. Папа! Отпусти! Моя дочь. Хорошая. Знаете почему? Вся в меня. Агурасан! Амарменда! 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 Вы что, не понимаете? Гости к нам приехали! Спасибо. Раз, два. Ага, раз, два. А, песня про Африку. В городах тесно, в городах пресно, и забот не в поворот. А у нас в Африке просто расчудесно. И жара, тут круглый год. В Африке все читают книжки. В Африке
снимают штаны. В Африке деньги молодые надевают боты. Шимпанзе лопают мезе. И с утра до утра можно тут не спать. Приходи, детвора, в Африку гулять. И с утра до утра можно тут не спать. Приходи, детвора, в Африку гулять. Спасибо большое, Тумбочка и Юмбочка, и что спасли нас, но... Извините, мы не сможем гулять с вами до утра. Да, потому что мартышки не читают книжки. А страдают и рыдают, и если мы их не вылечим... Да, им нужна срочно помощь доктора Айболита. Что же вы раньше не сказали? Так, 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 так. Значит так, на Орлуше полетите. Папа! А? На Орлуше. А я как бы за него 100 слоновых бивней отдал. А вдруг птичка возьмет и не выдержит. А ты посмотри, какие они упитанные эти медицинские работнички. Доченька, может, что-нибудь другое можно? Па! Все, 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 молчу, молчу. Обожаю. Зови Орлушу. Уши закрой. А, уши. Вот это да! Что хочется сказать? Обалдеть! Не волнуйтесь, он ручной и милый. Поторопитесь! Значит так, чешите левое ушко, он летит вверх, чешите правое – вниз, а дорогу к мартышкам он знает. О, и не забудьте пристегнуть ремни безопасности! Доктор Айболит. Где-то далеко, где туманом укутаны дали, где летит как пух белый снег и во взорах тайны. Прочь от веселых дней, золотых огней, чьи-то голос зовет за собою улететь туда за мечтою. Прочь от веселых дней, золотых огней, чьи-то голос зовет за собою улететь туда за мечтою. Следуй за мечтой, этот голос так манит и манит. Он зовет меня в неизвестные дальние дали.
прочь, прочь, прочь от веселых дней, золотых огней. Он зовет и зовет за собою улететь туда за мечтою. Что меня там ждет, мне неведомо, но не знает душа покоя. Я хочу плыть за мечтою. Айболит. Вот такой замечательный айболит. Композитор Анастасия Беспалова, Лев Яковлев, либретто. И Екатерина Зеленская, режиссер. Давайте еще раз поприветствуем. Спасибо большое. Спасибо.